Наталья, перевернем вот это все. Помогите, раз уж вы взялись, да? Давайте начнем теперь вручать премии за фестиваль «Калида Плейс». Должен сказать, что в этом году у нас было 29 театров, огромное количество спектаклей в ОВ-программе, огромное количество прекрасных актеров, прекрасных режиссеров, какие-то новые люди, новые имена. Только что мы приехали из Логинова, где была такая душевная атмосфера. Мы читали там пьесы. Артисты топ-театра из Омска читали пьесу Светланы Баженовой. И пьесу Ани Богачевой читали мои актеры. Ну вот начнем, давайте с самого низу. А потом пойдем выше, выше, выше. Будем вручать всем. Вручаются всем победителям такой вот диплом красивый и такая вот звезда, которую придумал художник Володя Кравцев, главный художник Академического театра драмы, который придумал всю логотип нашего фестиваля. Эта звезда с гвоздем. Те, кто получит ее, должны дома прибить эту звезду на стенку, смотреть на нее и радоваться. Я надеюсь, так и будет. Итак, почетный диплом. Почетный диплом у нас. Где у нас почетный диплом, где много... Почетный диплом. Вот все, что здесь написано, Алла Наумовна, могу я вас попросить? Прочитайте, пожалуйста. С выражением. С выражением. Вручается диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Калида Плейс» за яркое воплощение современной драматургии Центру современной драматургии города Екатеринбург. Я должна перечислить работы, потому что центр стал центром работы режиссеров Александра Вахова, Алексея Логачева, актеров Олега Ягодина, Тамары Зиминой, Константина Итунина, Татьяны Буньковой, драматургов Светланы Баженовой, Ирины Васьковской, Ярослава Пулинович, Рената Ташимова, Анжелики Четверговой, Валерия Шергина. Но самое главное, я думаю, центр стал центром, который притягивает. И я вас поздравляю от всей души. Вот такой диплом и специальное упоминание всех актеров. Центр современной драматургии на этом фестивале показал кучу роскошных спектаклей, которые могли бы быть оценены по высшему разряду, но было бы некрасиво с нашей стороны сделать фестиваль «Калида Плейс», устроить фестиваль и самих себя наградить. Дорогие друзья, все перечисленные в этом дипломе, вы услышали свои фамилии? Когда будет зарплата, подойдете ко мне. Понятно? Теперь еще один диплом за яркое воплощение современной драматургии попрошу вручить Елена Тришина. Давай, прочитай, что здесь написано. Прочитаю. Диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Калида Плейс» за яркое воплощение современной драматургии Серовский театр драмы имени Чехова. За спектакль по пьесам Ирины Васьковской «Черная курица» и Анны Батуриной «Франковичка». Поздравляю. Замечательный коллектив, который каждый год участвует в нашем фестивале. Мы отмечаем вас, жюри отмечает вас дипломом, специальным упоминанием. Теперь, дорогие друзья, перейдем к призу и диплому, который называется «За творческий рост». Я прошу, идите, пожалуйста, сюда, Станислав Швец, идите сюда, члены жюри. Диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Калида Плейс» награждает за творческий рост Акмалинский областной русский драматический театр, город Каштынау, Казахстан, за спектакль «Курица». Акшетау!
называется этот диплом за творческий рост. А есть кто-то представитель этого театра? Нету. Они получают такую звезду и получают этот диплом. Мы им передадим с оказией. Я после фестиваля поеду в Казахстан, заеду к своему отцу и заеду передам. Ура! Так, за лучший актерский ансамбль приз вручает Алла Давыдовна, идите сюда. Прочитайте, что здесь написано. Диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Плейс» за лучший актерский ансамбль Воронежский театр драмы имени Кольцова за спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Как я стал». Режиссер Никита Рад. Они получают такой диплом и звезду. Никого нет из этого театра. Уже уехали, да? Отложим, передадим. Приз за лучшую женскую роль вручает лучшую женскую. Кто хочет, товарищ подавитель? Хочет вот товарищ Иванов. Держи. Диплом 9-го международного театрального фестиваля «Современные другие когда я плейс» лучшая женская роль Теодора Ристовский за роль Риммы спектакли по пьесе «Николая Хрины» и сказка «Мёртвых царевны» Центр культуры Вук Стефанович Карачич, Белград, Сербия, режиссер Наташа Радулович. Сербы, вы крутые! Это понятно без перевода. Спасибо вам, вы нас купили. Спасибо. Диплом за лучшую мужскую роль вручает Лев Абрамович. Ходите сюда, пожалуйста. Прочитайте, что здесь написано. По логике Соловьева должна была. Диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Плейс» лучшая мужская роль Дмитрий Дубина за роль в спектакле по пьесе Андрея Крупина «Верните мне мою жизнь, пожалуйста». Молодежный драматический театр с улицы Рос. Режиссер Юрий Хранелин. Надо держать, приезжайте еще. Обязательно. Хорошо. Диплом за лучший, диплом и приз за лучшую режиссерскую работу. Кто у нас еще не вручал? Идите сюда. Леонид Петрович. Петрович, скажите. Я вам сейчас скажу. Вот что у вас. Права упали. Все упало. Спокойно. Итак, диплом 9-го международного театрального фестиваля. Между прочим, современной драматургии «Коляда Плейс» лучшая режиссерская работа, ну совершенно правильно. Михаил Скоморохов, Пермский театр юного зрителя, спектакль «Господа Головлёвы» по пьесе Ярослава Пулинович. Ты театр не огубит. Диплом и приз за лучший детский спектакль вручает... Агнешка Любомира Петровская вручает приз за лучший детский спектакль. Пожалуйста. Диплом 9-го международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Плейс» лучший детский спектакль «Топ-театр город Омск» за спектакль «Иван Царевич и Синий Волк». Пожалуйста, идите сюда. Поздравляю. Держите вам. Поздравляю. Прекрасный театр, прекрасный спектакль. Лучшая, диплом за лучшую сценографию вручает у нас Лилия Немченко. Иди сюда, Лилия.
Диплом 9-го Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Плейс». Лучшая сценография Владимир Кравцев. За спектакль «Платонов. Две истории» по пьесе Ирины Васковской. Свердловский государственный академический театр «Дряху». Режиссер Дмитрий Зимин. Президент фестиваля. Есть здесь Дмитрий Зимин? Или кто-нибудь из молодого театра? Из академического театра драмы есть кто-то? Вы передадите, я знаю. Хорошо. Оставим и передадим это Володе Кравцеву, его же звезду. Ну и, наконец, гран-при фестиваля вручит министр культуры Свердловской области Павел Владимирович Греков. Пожалуйста, Павел Владимирович. А вдруг я читать не умею? Диплом 9-го Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда Плейс», гран-при фестиваля, между прочим, театр имени Стефана Ярыча, город Лодзь, Польша, за спектакль по пьесе Ирины Васковской «Уроки сердца». Любомира Петровская, да, она отвезет звезду и отвезет диплом. Прекрасно. Дорогие друзья, спасибо вам огромное всем, кто участвовал в фестивале, кто делал этот фестиваль. Сейчас я договорю, и вы, Лев Абрамович, обязательно скажет. Я очень благодарен всем тем, кто уже уехал, и, может быть, меня слышат или услышат, и всем, кто был у нас в городе. Если что-то не получилось, простите, ради Бога. Но мы старались, чтобы театр наш, и фестиваль были душевными, были для зрителей, были для всех вас. Огромное всем спасибо. Кто не получил призов, не обижайтесь. Все-таки главное – участие, наверное, да? Спасибо огромное. Лев Абрамович хочет что-то сказать. Да. Я решил присудить собственный, правда, очень скромный приз. Я объясню, почему. Вот мы большая бригада критиков, мы днем смотрели спектакли, днем и вечером, а утром приходили их обсуждать. И это продолжалось вот столько, сколько длился фестиваль. Но каждое утро, приходя на обсуждение, мы уже получали свежую газету, которая отчасти обесмысливала нашу работу, потому что уже все было описано бригадой замечательных журналистов и критиков, которые действительно осмысляли, оценивали, интерпретировали и так далее. Вот. И среди этой бригады на меня особое впечатление произвела работа одного человека. Если добавить к этому, что этот человек совмещал свою высококачественную работу критика и журналиста с работой администратора, а иногда еще и актрисы, то это просто феноменально. Поэтому я хотел бы вручить вот свой скромный призик маленький, Вере Цвиткис. Вот, это альбом любимого в нашем городе Алексея Валентиновича Ефремова. Вот, мы все свердловчане, Вера Цвиткис тут родилась и будет жить до конца своих дней. Дай вам Бог дольше. Вот эта красота для вас, Верочка. Вы восхитительно работаете. Критики могут учиться у вас оперативному и точному реагированию. Спасибо. Ну, легенды родили вы только что. Зажигалки. Обо мне. Впервые родилась. Дорогие друзья, сейчас мои студенты станцуют, а мы все давайте зажжем, у нас будет фейерверк. Достаньте зажигалки, возьмите вот эти штучки, а членам жюри не дали.